Ребята, сегодня будет грандиозный вечер в Италии. Финал по футболу. Англия, Италия. Видите, здесь будут сидеть болельщики, смотреть на экран, болеть. А сейчас идет Уимблдон. Тоже, в общем, такой день насыщенный, спортивный. Вот такие дела, ребят. Болеем за Италию сегодня. Ну а я потихоньку на пути к дому. Чтобы добраться домой, мне нужно пройти через центр. Дуй Торре. Вот она я плетусь, обвешанная сумками. Как и шаг. Иду. И Чакушка ждет, бедненький. А мама идет. По жаре. Не, ну уже вечер. 7 часов. Уже не так жарко, конечно. Но все же. О, в центре здесь оживленно будет. Смотрите, уже вон пацаны. Одеты в национальные футболки национальной сборной по футболу. Национальную сборную по футболу называют Адзури. Ну, то есть цвет синий. Цвет синий. Ух ты, а тут что? А тут весело, ребят. У-ху. Чё, потанцуем? Класс. Посмотрите, ребятки. О, кто хочет танцует, что ли? Наверное. А ну-ну. Просто из зрителей, что ли? Видите, ребята, без комплексов народ, да? Молодцы. А, сидят зрители. В общем, хочешь, можешь танцевать. Вот, ты смелый, вперед. Вот молодцы девчонки. Молодцы. В общем, ребята, сегодня будет грандиозный вечер. Они стоят с телевизорами стоят. Прикольно. А, вот такая театр, видите, ребят? А нет, ребята, это защитники, что ли? Это, да, ребята, это защитники. Смотрите. Да. Ничего себе стоять с телевизором вот так, да? Вот это новшество. Я такого еще не видела. Бедная девчонка. Стоит, телевизор на себе держит. Красавица. Ну, в общем, в центре всегда, ребят, можно увидеть всякие... ну и протесты, демонстрации. Даже в одиночку человек может что-то высказывать, протестовать против чего-то. Лишь бы эта акция была мирная, без насилия и без, в общем, бардака. А так, пожалуйста, можешь играть на инструменте на каком-нибудь. Все нормально. Еще раз вам покажу Дуи-Торре и сворачиваю в сторону автобуса. Ну вот, видите,
ходят с флагами Италии. Очень большой-большой ветер будет сегодня. Грандиозный. Смотрите, ребят, вот на центральной площади Маджоре будет большой экран. Вот опять флаг. Карабинеры ездят, смотрят за порядком. В общем, ребята, подготовка идет здесь. Видите, ребят, там будут места, будут садиться люди. Во. Интересно, а покупные билеты, что ли? Даже не знаю, покупные, наверное. Ребята, ребята, это какая-то знаменитость. Я что-то не могу узнать, кто это. В общем, вот, видите, на машине остановилась. Все селфи делают. А я не могу понять, кто это в маске. Маску за кие? Эмма. Эмма. Кон маскры, но... А где Магрита? Газир. А, это Эмма. Эмма. Это наша певица. В маске я ее не узнала. Вот фанаты, смотрите, ребят. Так, значит, концерт будет сегодня Эммы. Ребята, концерт будет. Все. Все понятно. Вот она. Вот она, Эмма. А, будет концерт. Все фотографируют. Я тоже. Вот так. Вот так встреча. Ничего себе. Можете загуглить Эмма. Классные песни поет такие она. Италия выиграла. Ура. Thank you.